Приехали с Алиной, мамой и Максимовой в сад. Забор все хорошо стоит. Был сильный ветер, но ничего, вот, все хорошо. Сирень вроде бы более-менее, так одна что ли повяла, остальные приросли. Вот это Макси игрушек побольше стало. Но я занимаюсь вот этим щебнем. Щебень откидываю, уже большую часть откидал. Это чтобы все у меня на участке осталось. Вот забор отсюда буду делать, вот туда, получается, вот этот, надо все почистить. Этот столбик уже наполовину отковырял, он забетонирован был. Ну что, как говорится, это на нашем грунте эта фигня, он легко достается. Кирпичи даже были прошлыми хозяевами, вокруг бетона-то вставлены, потому что постоянно выдавливают это все дело, это все бесполезно. Вода замерзает. И начинают выталкивать, как известно, температурный коэффициент расширения воды 1,4, ну, на 40% получается, вот, насколько я помню, увеличивается в объеме это вот эта замерзшая жидкость. Соответственно, все, что ей мешается, она выдавливает. А глубина промерзания 2 у нас, даже 2,2 вроде бы метра. Соответственно, надо туда все вот это заталкивать. Ну, это нецелесообразно. Ладно, вот сейчас достаю этот столбик и продолжаю откидывать бетон в этот щебень. Сейчас уже вечер, с Алиной приехали Максимчиком снова на участок, а с утра я установил 3 столба, вот 2 старых, они покороче, ну и туда я их поглубже затолкал, так более-менее, и когда вот грунт доставал, тут все вот песок, может до глины тогда уже не дошел, повыше, так вот такие кучи песка, песок, кстати, не так хорошо бралось, так достаточно сложновато. И там еще эти корни всякие, мусор попадался. А тут вот очень было много кирпича. Видно, когда-то старый-старый столбик был. И как раз где-то вот в этой области, получается, вот эти кирпичи доставал. Ну и вот в эту яму складывал. Она, конечно, еще жидкая. И там как плывун такой. Яма-то все разрастается, разрастается. Быстрее ставил, засыпал. Вот столбик из дюра. Он даже лучше держится, чем вот эти старые. Вот они это, которые. Ну вот этот вообще крепко. Большой. Хочу еще болгарочкой все подровнять. Тут вот видно сваркой отрезали. И сверху заколачивали. Можно даже этот тоже все срезать лишнее. Хотя бы вот так, чтобы ровненько было. Тут вот вообще очень сильно заколачивали. Вот он так сплющенный. Тоже надо все болгаркой отрезать. Вон тут болтик, ну это видно какие-то такие старенькие трубы. Ну а так, вот потихоньку сдвинулась эту часть забора, делаю сюда еще этого щебня насыпал, тут две ямы и вот тут щебень. Ну я буду продолжать заготавливать вот эти досочки, сейчас буду продолжать чистить, кору убирать, вот туда складываю пока. Макс, Алина вот тут. Досочки еще пока есть. Не знаю, хватит, не хватит. Ну, большая так-то куча. Вот эту штуку достал. Получается, тут вот две такие. И диск от колеса жигулевского, залитый бетоном. Ну, на такую еще сверху глубину. Вот сейчас тогда доски заготавливаю. Продолжаю обрабатывать их. Уже вечер, так тенечек, хотя прохладнее, но опять мошка вылетела. Может, ветром сдует ее. А Алина, кстати, полет. Огород вообще очень красивый. Почти весь огород. Все прополен, прополот. Только картошку надо будет окучивать. Вон, все очень чистенько. Лучок на зелень уже такой большой стал. Вот он такой же крупный. Такой насыщенный зеленый цвет. Ну и там капуста. А, нам еще сегодня соседи показали медведку.
прям вот эту взрослую такую, ну взрослую, не взрослую, вот такой жучара, представляете? Я впервые ее видел, раньше не видал. У нас-то все-таки бронзовки оказались на участке. Ну, не, может, медведки-то тоже есть, но я еще их не видел. Всем большой привет! Уже прошло, наверное, неделя с последнего раза, когда включал камеру. Отпуск у меня закончился. Сейчас уже как следующая рабочая неделя началась, даже уже четверг. И вот я это приезжал так с Алиной и потихоньку вот эту сторону тоже доделал. Вот так все получилось, машина помещается, ничего не мешает. Это я еще поставил с прицепом, так как бы вот так. А так вот все, спокойно можно проехать. Это еще вот выкашу, чтобы тоже было все тут удобно. Сирени, в принципе, более-менее приросли. Вот так выглядят. Еще немножко цветут. Ну, посмотрим, конечно. Сейчас еще не показатель, это следующий год будет. Показатель, приросли ли они до конца. На улице стало тепло и стало много мошки, комаров. А, вот, кстати, забор немножко уже так выгорел, на солнце такой желтенький стал. Я еще купил цвет. Любимая дача — сосна. 2,7 литра ведерочка. 890 рублей. Где-то вот примерно вот так. Хочу попробовать им покрасить. Думаю, сосна будет красивая, светленькая, приятная. Сегодня с тестем тележку взял, так яму навозили песка, там все сейчас более-менее осядет, нормально станет. А вторую половинку забора тоже я отпилил, снял. Вот эти, получается, тут она не мешает. Ну, мусор в кучку сложил. Потом все вот это отпилил, тут было неровно. Эти штучки подровнял болгаркой. Ну, там какие-то болтики, всякое такое. Тут не стал отпиливать. В принципе, не сильно расплющено, как бы. Вот так я оставил. Вот это отпилил, только тут торчал болт какой-то. Ну, а тот столб из Leroy Merlin. Это я вчера, получается, доделал. Вот как-то так у меня получилось. Отпилил также под это, под нитку. Остается из забора сделать калитку. Ну, и замочек какой-нибудь такой примитивненький. И сверху еще вот можно пару досочек, как такой козырек, что ли. Ну и можно еще щебню туда навозить, там, чтобы как такая у меня хорошая парковка была. Алина с мамой продолжает, как всегда, полоть. А вот это, кстати, вот у меня столько, от 1,5 куба осталось досок. Я их сюда поставил, пусть они тут вентилируются, просыхают. Ну и заодно на калитку сделать. Ну так огород достаточно ухожен у нас. Все постоянно рыхлится, полятся, сорняки срезаются. Тут я уже начал поливать. Вон там часть скважины запустил. Ну и сейчас вот на этот участочек капусту поставил. Она там плещется, копается. Вот хорошо разбрызгивает, мелко рассеивает. Конечно, не совсем еще сухое, но уже такая корочка-то появляется. Дождя как-то, вот они такие облака есть, но дождя не идет. А, еще поставил так, чтобы на дом не брызгало. Ну и вот, все, наверное, все, что сделал, все, что не сделал. Заказал шпулю для лески, придет завтра, на выходных надо все выкосить, хочу все это прибрать. Ну вот в этой яме пока вот так. Вот сюда так навозили. Пробовал ведром носить, так долго, медленно. Решил тележку взять. Тут буквально чем, ну, тебе за 20 минут, наверное, сюда все навозил, я еще пару тележечек насыпал. А сядет, а там посмотрю уж. А так вот. Красота. Все, конечно, много еще всяких вот этих нюансов. Да, Линчик? Вот сейчас переставлю поливалочку. А так вон хорошо. Кстати, Лина это сама жилетку шила. Да, Линчик? О, и Максу такую же жилетку. Вот такая красивая. А, тут соседи медведку поймали настоящую. Я до этого ни разу не видел. Показывали. Вот капуста такая. Потихоньку подрастает. Тут тоже капуста. Ну и вот, все. Кстати, вот тут я пробовал
сильнее тянуть никак, что-то почему-то все равно подтекает. Ну ладно, уж как есть, пусть борода-то подтекает. Максу нравится вот такими лопатками там тоже рыхлить, смотрит, как взрослый делает. Да, Максим? О. Копает что-то там. О, на небе радуга появилась. О, какая высокая. Видно, где-то все-таки дождь идет, даже двойная. У нас дождя нет. Ой, и третий чуть-чуть виднеется вон тут. Так вот. Такое небо. Да, и деревья уже полностью распустились. Настоящее лето. Камера немножко трясется, хоть и на стабилизаторе, потому что я от комаров отряхиваюсь. Фух. Вот такой красивый лес стал. Всем большой привет! Сегодня суббота, 18 июня. Вот такой красивый вид из окна. Траву, правда, что-то управляйка не косит в этом году. Ну, может, выкосят попозднее. Даже уже одуванчики отцвели. Вот, детская площадка. Сейчас утро, около 8 часов. И сегодня день такой. Едем ремонтировать крышу на яме. Вчера вечером мы с тестем уже ездили. Я эти купил строительные материалы. Этот праймер битумный. Вот намазали старое все покрытие. Брали старое, это там то ли песок, то ли что. В общем, кучу-кучу всего старого вот этого скидали с крыши. Праймером намазали. За ночь должно подсохнуть. А сегодня будем газовой горелкой накатывать вот это все дело. Новое покрытие. Какой-то там технониколь, там их очень много, вот один из видов купил, в два слоя сделаем, а на стыке плит, даже в три. Ну и вот, сейчас поедем. Я взял в аренду газовую горелку, потому что покупать смысла вообще нет. Покупаешь, получается, 1005, наверное, выходит редуктор 1500, сам этот сопло с горелкой 1500. Плюс еще баллон, не знаю сколько, ну и шланг. Вот получается сутки 350 рублей. Вот я первый раз обратился за инструментом в аренду. Ну, конечно, я еще не проверял, но думаю, все должно работать. Вот достаточно удобно. Еще купил вон эту сварочную маску Хамелеон. Ну, такую простенькую, но зато буду пробовать осваивать сварочное дело. У меня фаркоп на Ниве надо приваривать. Я в сервисе приварил, 1500 отдал. Отпало через 2 недели. Пару раз на бездорожье съездил, и все отпало. Соответственно, хочу сделать уже сам. Получше там усилить что-нибудь такое. И вот этот тоже купил. И вот еще такая штука лежит. Надо переходник для нее. Это как воду там поливать. Пока ты это и поставил. Так. А, еще для лески там эту шпулю тоже купил. Надо будет все сделать. Ну, сейчас перевожу все в багажник. Макс тут ездит. Максимчик, как ты рулишь, ты крыша? Руль даже заблокировался, скажи. Вот, там еще, видите, он переключает. Этот рычаг-то передачи. Макс, а там, смотри, еще маленькие рычаги есть. Покажи, то у некоторых зрителей это только один рычаг-то. А где маленькие рычаги? Маленькие. Где маленькие-то? Во, вот эти, да, это пониженное, скажи. Еще блокировка.
Вот так выглядит у нас крыша. Вот где наши-то все очистили. Тут вот уже соседи начинаются, как бы вот это уже другая половинка. Вот сейчас будем пробовать. Самое проблемное место — это вот этот стык. По нему вот все бежало-то. Постарались все по-хорошему промазать этим праймером, чтобы лучше прилипало. У нас два рулона вот такого Big Rust. Один с этой посыпкой, как верхний слой, а второй без посыпки. Вот с тропом этим подняли буксированным, буксировочным. Наплавляемая битумная мембрана. Сейчас будем пробовать ее делать. Ну тут у всех такая, знаете, крыша-то уже не очень. Местами-то, конечно, сделано. Вон, например, видите, чуть другой цвет, это значит сделано. А так, в основном, плохая крыша. Ну вот так у нас получается. Истратили два рулона, не хватило. Сейчас ездил в кедр.
кедры. Купил еще 3 рулона, свой гараж тоже сделаю. Вот тут этот первый слой. Вот этот у нас уже финальный слой. Как так-то достаточно хорошо, еще, конечно, горяченькая такая. Но все крепко держится. Вот тут переход. Ну ничего. Я думаю, будет держать. Еще вон соседским линолеум потом сверху закроем. Потому что тут уже как яма-то соседей начинается. Сейчас продолжим. Он еще купил таких вот рулончиков. А тут заплатки, этот место такое не очень. Там неровность. И решили сразу усилить, чтобы потом не возвращаться к этому. Сейчас продолжим. Сейчас приехали к моему гаражу. Там вон еще мусор от полприцепа накидали. Я купил еще 3 рулона вот подобной штуки. Сейчас вам покажу. Вот получается еще 3 рулона, но одну полосочку мы уже потратили, потому что там не хватало. Надеюсь, 10 квадратных метров каждый рулон, 20 квадратов. Ну, гараж у меня 18, так не знаю, хватит, не хватит. Попробуем сейчас тоже все сделать. Осталось времени 3 часа аренды. Надо все это успеть. Погода немножко портится, ну и по прогнозу там дождь грозой должен быть. Так вот, похоже, приближается. Он подходит. С боков-то еще хорошая погода такая, солнечная, вон, например, там. А так вот уже облака такие густые становятся. Но крышу что, доделал. Доделали вот все. Единственное, с краю надо тут еще подплавить. Может, прилипнет хотя бы частично там. Как с нахлёстиком таким сделали. А так, может, планочку какую приклотить на дюпеля. Ну, а тут вот все вот доплавили. Вообще быстро так раскатали, раз-раз. Там мы дольше делали. Ну, единственное, надо все еще все стыки вот эти все промазать.
А так она горячая. Я палец обжег даже. Также задел, думаю, дай-ка потрогаю. Оказалось, там такая температура. Ну вот, все, у соседей готово, и у тех готово. Сейчас у меня тоже на мену. Дольше прослужит. Меньше бетон будет трескаться. Ладно, сейчас туда спускаюсь. Снизу пробую делать, и там уж надо отвозить будет горелку. А так вот, машинка какая маленькая внизу стоит. Сейчас уже ближе к вечеру, и мы с Алиной, с Максимчиком решили приехать к цирку тут у нас. Такая достопримечательность. Вон Макс уже увидел колесо обозрения. Максим, где колесо-то? Как ты это называешь? Вон, высоко-то как? Круг, Максим, скажи. Круг? Вот это крутится-то вверху-то. В общем, когда он впервые увидел он такую реакцию, я даже не понял сначала, что он такое... На что так отреагировал? Так, вот сейчас пойдем, может, аттракциончики какие-нибудь такие. Вот. Почему что? Циска или как-то так что-то горит. Машину, кстати, было вообще сложно поставить. Вот только в центре нашли. Сейчас дорогу перейдем. Туда горит, туда. Вот сейчас туда пойдем. Да, Максимчик? А там еще так-то пруд, ну должно красиво быть. Сейчас сходим. Я еще в детстве катался на этой штуке. Я помню, у меня даже фотографии как-то есть. Купил один билет. Вот. 150 рублей. Алина поедет с Максимчиком. Поедет вот на том дальнем паровозике. А видите, он еще там стоит. Вон на тем он мигает. Макс любит все такое мигающее. Вот поедем. А также вот Алина еще видео. Тут какой-то водоем.
А вон еще там что-то тоже интересное. А вот как в Казани мы туда ездили. Вот такие машинки-то. Ну да, там же прикольно. Ну и вот. Как лебеди такие. Тоже прикольно. Максовый хэжен нравится, у вас язык высунул. Сейчас покажу вам прайс. Так, где-то давайте закончим пока. Вот. Такие цены. Столько стоят минутки.
Ну, я выбрал, получается, 40 рублей, все запенил. Сейчас подожду пару минут бесплатного, получается. А потом воду за 23 все обмою и нормально будет. Сейчас уже вечер. С Алиной приехали в сад с Максимчиком. Вот я купил новую шпулю для мотокосы. Вот для этой лесочки. Небольшой рулончик. Получается 2 миллиметра круглая. Ну там есть всякие звездочки, да, туда все. Ну, в общем, сейчас буду пробовать ставить. Надеюсь, подойдет. И смогу вот тут все выкосить, тут все заросло. О, Максимчик, смотрите, какой гномик в капюшончике. Косилка. Как ты говоришь, косилка? Косилка? Ну-ка помедленней. Скажи еще раз. Максим. Косилка. Папа косит? Это да? Да, молодец. Ну, вот сейчас приступим к уборке травы. Шпуля подошла как родная. Вот даже удивительно. Ну все четко подошло. Я думал, какие-нибудь нюансы возникнут. Но в принципе нормально. Вон, кстати, какая гайка. Может, вдруг у кого какая-то такая. Стоила 480, что ли, рублей. Уже даже есть немножко лески. Что, конечно, радует. Сейчас буду заводить. Сколько бензина хватит, потом заправлю, с него солью. И продолжу. Сейчас вот начну прямо отсюда все косить. Ну, закончил косить траву. Вот так вот все получилось. Что, нормально? Конечно, трава выросла большая. Давно я не косил. Все как-то некогда было. Все занят был. Сейчас надо, конечно, из ближайшего окучивать картошку. То все заросло. Вот так-то она, конечно, уже даже виднеется. Не знаю, видно, не видно на камеру вам. Но она тут есть. Я ее вижу. Вот, а Алина за огородом следит. Огород нормальный. А я за картошкой, получается, не слежу. Ну ничего, все сделаем. Завтра мотоблок, все нормально, так постараюсь им. Еще, конечно, как погода будет. Не знаю. Ну а так вот все выкосил, опять этот мусор появился, надо все сжечь, он уже подсох. У соседей дискотека там что-то слышно. Ну хорошо, что не часто такое. А так выходной, конечно, хорошо. Вот красота. Все выкосил, дороги тоже выкосил. Леска тонкая, ой, как быстро расходовался. Вот эту стартовую леску я всю, получается, израсходовал. Поставил вот, которую купил в следующий раз. Ну, это стартовая, это как бы, надо чуть побольше попробовать, там, может, 2,5 миллиметра. Вот тут тоже все выкосил. Еще и на той стороне выкосил. Хотя бы так грубовато, но
прокосил. И все вот тоже. А так вот с этим машиной после мойки. Ну что, нормально, вообще как новенькая, можно сказать. Хорошо блестит. Вот Макс с Линой уже меня ждут. Сейчас домой пойдем. Макс, как рулишь? Покажи, как рулишь. Вот так вот. Еще и дворниками делаешь? Сик-сик, он говорит, дворники. А тут тоже так. Еще вечером так приукрашают. Нормально, да? 110 рублей, кстати, выше. Мойка самообслуживания. Вот это, кстати, не отмывается. Вот это вот. Не знаю, на чем-то ядреным. Это какая-то там резина. О, как резина такая. И вот тут вот коррозия пошла. После зимы. Да, Максимка. Ну все, это. Всем пока. Максим, как пока-то? А как ручкой? Вот так вот. Всем пока. Вот видео на Алина даже завтра смонтировала, так что сегодня я снимал, завтра вы его увидите. Ладно, всем пока.